Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Карадима, я художник и член жюри международного конкурса Golden Time. Поздравляю всех участников конкурса, а также желаю успеха в гранд-финале конкурса Golden Time. Поднимая определенную тему, закладывая ту или иную идею, вы старались вызвать определенные эмоции своими произведениями. На мой взгляд, на этот раз было предоставлено более 130 работ, абсолютно разные жанры, абсолютно разные техники исполнения, а также возрастные категории. Хочу сказать, что я назову сейчас имена тех мастеров, художников и творческих личностей, работы которых мною были оценены максимально, то есть в 9 и 10 баллов. Ульяна Костенко, 10 баллов, горный пейзаж. Богдана Пантелеймон, 10 баллов, пейзаж. Чувствуется спокойствие, работа заставляет задуматься. Ирина Ивалина, 9 баллов, пейзаж. Анастасия Аманская, 9 баллов. Антонина Богданова, 9 баллов, натюрморт. Алиса Морочкина, 9 баллов. Светлана Юркевич, 10 баллов. Эту работу я хочу отметить особенно, так как работа действительно затрагивает наши нравственные качества, заставляет переживать, чувствовать боль. Уникальная работа. Я считаю, что эта работа достойна внимания и заслуживает максимальной оценки. Анастасия Чистякова, 9 баллов. Дарья Мартынова, 10 баллов. Закат. Денис Мациевский, профессиональные работы, естественно, знание истории, умение, знание дела, мастерство. Папушай Виктория, извините, если я неправильно называю имена, 9 баллов, различные работы. Алевтина Круванова, 9 баллов. Алла Кострова, 9 баллов, портреты животных, в данном случае кошек. Евгений Танких, 9 баллов. Алексеенко Алена, 10 баллов, зимний пейзаж. Зарина Магарамова, 9 баллов. И Даша Никитина, 9 баллов. Хочу отметить, что через эти эмоции не только мне, но и каждому зрителю открывается дорога к размышлению над важными жизненными вопросами. Это и есть ведь цель искусства. Я окунулась в мир искусства в очередной раз, за что вам очень благодарна. Что касается работ, естественно, чувствуется творческое отражение в художественных образах, и, во-вторых, чувствуется умение и знание дела. Искусство – это выражение жизни, искусство – это образ жизни, искусство – это взрыв, искусство – это особая форма общения, это особое восприятие мира. Искусство, дорогие мои друзья, это важно. Дарите свое творчество, дарите свой талант, свои идеи миру, так как мир в этом нуждается. До новых встреч! Буду рада в очередной раз ознакомиться с работами. И привет из солнечной Греции. Пока!